2017 год для Ногайского района прошел под знаком празднования сразу двух юбилеев. 25-летия Карачаево-Черкесской республики и 10-летия со дня образования самого Ногайского района. В качестве подарков к этим праздникам местные жители получили сразу несколько важных социальных объектов. Новый детсад, дом культуры и уютный парк. Последний, кстати, очень быстро стал популярным местом в районе. Все жители Ногайского района, то есть и дети, и старики, пожилые люди, там, можно сказать, дневное время суток там находятся. И хочу сказать, что с раннего утра там уже пожилые люди ходят, потому что там свет горит в вечернее время, до утра там парк полностью освещен. Неплохие показатели за этот год в сельскохозяйственной сфере. К примеру, Ногайский район занял одно из ведущих мест в республике по наращиванию темпов производства продукции растениеводства. Одной только сахарной свеклы произвели более 38 тысяч тонн. Неплохие выдались урожаи озимой пшеницы, ярового ячменя, кукурузы и подсолнечника. А еще в районе активно ремонтируют жилые дома, устанавливают уличное освещение, развивают медицину, спорт и заботятся о ветеранах. И все это не осталось незамечено правительством Карачаево-Черкесии. В целом хотел бы отметить, что общий настрой, общее желание к развитию, это все в районе имеет динамичное развитие. И под руководством, в общем-то, главы республики, правительства, администрации Ногайского района в целом ведет эту работу на достаточно высоком уровне. В нынешнем году задачи перед районными властями стоят не менее амбициозные. Это и проведение целого комплекса мероприятий в рамках года благоустройства сельских и городских территорий, объявленного Рашидом Темрезовым, и завершение строящихся в районе социальных объектов. Ну и, конечно, будет продолжена работа по развитию уровня экономики и повышению социального благополучия жителей Ногайского района. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.